Здравствуйте! Вы на канале Принцесс Милан. Сегодня мы будем распаковывать 5 посылок. Давайте откроем первую вот эту. Собачки моему братику. Очень классные такие, мягкие, как губочка такая. Давайте их отложим и откроем следующую посылку под номером 4. Давайте вот эту какую-то плоскую откроем, интересную такую. Еще есть. Это белая такая. Лежайте наклейки. Вот это наклейки котята. Какие классные. Он такой большой. Смотрите, вот такой в очках. Щечками розовыми. Какие классные котята. Еще вот такой большой. Смотрите, какой котенок. Маленький, такой вот такой, смотрите, котят. И еще раз в очках, котенок. И остались последние наклеечки, стикеры. Только тут уже собачки такие. Наши подарочки, смотрите. Давайте отложим. Давайте откроем посылку под номером 3. Вот это. Твердая и мягкая. Вот так. И достаточно. Поверху. А может быть и мне тоже. Ну, мне как раз можно мне тут вместе. В принципе. Классный такой тюмячик с этой славой. Вот мишка вот тут. И вот тут карманчик есть. Тут сзади. Сейчас второй откроем. Скажу. Вот лошадка такая. Зеленая. Это, кстати, на липучках. Не на этих, не на этих. А на липучках. И давайте еще вспомним. Вот ну как, не идет? Ладно, это не мой. И тут тоже есть карманчик. Давайте откроем следующую посылку под номером 2. Вот такая маленькая. Интересно, что же там. А, это же брошка, такой какой-то тюльпан, красный такой. Какой классный. С алмазиком красным. И тут были, видите, тут золотое написано, золотые. Вот, вот, брошка такая. И тут много-много таких белых кристалликов. Тут очень красивый тюльпанчик. Давайте откроем следующую посылку. Вот эту.
посылка на сегодня. Золотого цвета, как я люблю, я обожаю золотой цвет. Ну как? Ставьте лайк, кому понравилось видео. А кому не понравилось, дизлайк. Всем пока!